Взрыв эмоций как на сцене, так и в зале. Несколько тысяч студентов, преподавателей, родителей и друзья заполнили губернаторский праздник студенчества. Региональный этап студвесны. Начиная с начала апреля прошли конкурсы: студенческий торпсихор, студенческий камертон, студенческий театр, студенческое медиа, где определялись победитель по направлениям фестивалей, из которых как раз и будет сформирована делегация Ульяновской области, которая поедет в этом году на фестиваль в Пермь. Победителей этих конкурсных направлений награждали между программами вузов. Традиционно высшие учебные заведения показывают 40-минутные театрализованные шоу и дарят незабываемые эмоции зрителям и жюри. Крутая атмосфера, вообще все, что связано с студенческой весной, это море позитива, море эмоций, море творческой энергии. Мы иногда смотрим на номер и думаем, просто это постановка. Но на самом деле молодежь через каждую постановку, через каждый номер пытается донести какой-то свой особый смысл. Первыми на сцену вышли студенты технического вуза. Они показали яркую программу с эффектными номерами. Участники отправили зрителей наблюдать за передрягами в цирк под названием «Счастье». У нас будет говориться о теме счастья, как наши творческие личности раскрываются, танцоры, кто у нас фокусники есть, певцы. В общем, такое шоу будет прям мощное. Я думаю, это будет очень эпично выглядеть со сцены. Путешествовать удалось и со студентами аграрного вуза. На сцене Дворца культуры древнегреческие боги, которые разозлились на все человечество. Ульяновский государственный университет показал работу облачного хранилища и познакомил с их сотрудниками. А еще рассказали, что случайности не случайные. Решения за пользователя могут принимать виртуальные человечки. А наш прекрасный Ульяновский государственный университет. Мы показываем такую замечательную программу про новые технологии, современные. У нас это все в голове. Мы придумали, а может быть, кто-нибудь управляет нашим телефоном? Мы же не знаем. Вот мы думаем, мы все сами делаем, а вдруг на самом деле нет. Кто-нибудь живет интересненький. Победителями фестиваля стали студенты УГПУ. Они посвятили свое выступление году педагога и наставника. Много шутили, устроили показ учительских букетов, а также порассуждали на тему важности профессии. Мы выучили все, мы очень много репетировали на самом деле и оставались допоздна. Но я на сцене губернаторского первый раз, поэтому присутствует такое небольшое волнение. Но мы вместе, мы сила, мы семья, и у нас все получится. Победители представят регион на всероссийском этапе конкурса в Перми, который пройдет с 26 мая по 1 июня. Творческий фестиваль «Ульяновская студенческая весна» проводится региональным отделением РСМ при поддержке Министерства молодежного развития Ульяновской области. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.